Простое, но вкусное и питательное блюдо чеченской кухни, подается с мясом и бульоном. Рассказываю, как сделать чеченские галушки. Вы решились освоить новое блюдо? Испробуйте этот простой рецепт приготовления чеченских галушек. Это один из вариантов приготовления национального чеченского блюда. На праздники делают галушки не из пшеничной, а из кукурузной муки, и форму они имеют совсем другую. Подаются такие галушки с вареным мясом и чесночным соусом, запиваются галушки бульоном, получается и первое, и второе блюдо в одном. Рассказываю, как приготовить чеченские галушки. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Муку упросеиваем и добавляем в нее яйца, соль, растительное масло, затем доливаем чуть больше, чем полстакана теплого бульона. Замешиваем крутое тесто, вымешиваем до тех пор, пока тесто не перестанет прилипать к рукам. Тесто делим на несколько частей и каждую часть раскатываем в лепешку толщиной 0,5 см, нарезаем лепешку на ленты шириной примерно 4 см. Каждую полосу нарезаем на полосочки поменьше, размером примерно 0,71 см. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Вот теперь начинаем формировать галушки. Для этого каждую полосочку придавливаем тремя пальцами к доске и силой тянем к себе. Полосочка как бы скручивается. Выкладываем подготовленные галушки на плоское блюдо и посыпаем мукой, чтобы не склеивались. Варим галушки в кипящем подсоленном бульоне. Тесто для галушек мы делали крутое, поэтому варятся галушки минут 15-17. Сваренные галушки выкладываются на блюдо и поливаются растопленным сливочным маслом. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Мука 350-400 грамм, яйца 2 штуки, соль 2-3 щепоток, бульон 1,5 литра, растительное масло 1-2 столовые ложек, количество порций 4-6. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Всем пока!